Hyundai Creta. Установка рейлингов. Вот такая вот машинка у нас. Один уже поставили. Стоит аккуратненько, ровненько. Для установки надо снять резиночку уплотнительную, которая идет с двух сторон по всей крыше. Вы увидите там вот такие вот зацеплялочки. Вот по всей длине канавки. В эти зацеплялочки цепляем прилагаемые упоры из комплекта. А в самом рейлинге сверлим дырочки. Отверстие технологическое, дырочка. Ну да, да. Здесь мастер уточняет. Вот. И на родные защелочки уплотнитель этот обратно сажаем. Получается что-то типа вот так вот с другой стороны. Это рейлинги вот такой фирмы, купленные в Москве. Порядка что-то чуть ниже 7000 они стоят. Сверху рейлинги закрываются вот такой резиновой штучкой. Потом, потом обрезаем и заправляем ее вот сюда вот. Класс. Вот. Все ровненько, аккуратненько. Винтики в дырочке видны. Вот так вот. Смазку эту вынем. Вот так вот и дерзайте. Вставили винтики. И закрутили шестигранничком. Вот рейлинги установлены.